На полях Калифорнии, друзья, клубника, видите, она с одной стороны спелая, с другой стороны цветочков еще много. Я когда первый раз на этом поле снимал пару месяцев назад, я думал, ну, сняли разок, показали клубнику, там показали еще что-то. Ну, что тут еще снимать? А потом снимал несколько дней назад и по 2 недели назад. И человек мне говорит удивленно: смотри-ка, вот вы когда первый раз снимали, у нас в Кременчуге тоже была клубника. А сейчас, говорит, прошло 1,5 месяца, а у вас все еще клубника. Я надеюсь, что она тут пробудет до сентября-октября, как нам сказали. Во всяком случае, много и ягод, и цветочков много. И зеленых ягод, таких еще не очень спелых, много. Так что вот такие чудеса, друзья, калифорнийской природы. Вот в этой посудинке, которую мы с собой принесли, 4 корзиночки пластиковые, которые нам тут на месте выдали. И вот это на десятку. Когда берешь одну корзиночку, это трешка. Когда берешь 2 корзиночки, это уже 5 за 2. Соответственно, 10 за 4. Плюс то, что мы съели на поле, не считается. Я даже вот с водой хожу. Видите, у меня бутылочка с водой, вода кончилась. Возвращаемся домой. Вот, друзья, мы заплатили денежку, пересыпали все это в нашу посудку. Really? Wow. In the whole country. But you know, wow. 70% of the whole country. They deliver in the area. Он говорит, что мы тут производим 70% всей клубники по стране, вот тут в окрестностях. Интересно. That's it. Right.